Татьяна Шмырина и ее песни. Ай, ты я велый бы, ты я велый бы, мандай годой, ай, води, 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 ай. Хайда ме взлетай, я лби. Хайда ме взлетай, я лби. До корот налидуй. Шаяла і делали корот на ліду. Пшаяла. Ай, ти я ве. Я вел би манди і годой, ай, води, 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 ай, не-не. Хай до ме пропияй, ай, корот на ліду, пшаяла лідевлали корот на ліду, Интересно, я слушаю вас и думаю, а вот, в общем-то, вы поете на цыганском языке, а я все понимаю, как это происходит. Очевидно, от того, что одна душа поет, а другая душа слушает. А на каком языке говорят души? Вообще, как можно перевести цыганскую песню? Это любовь, свобода, это ветер, это романтика. Это еще очень долгий перечень всего того, что составляет суть цыган. В общем-то, все случай. Мы с Татьяной знакомы давно, но так получилось, что нынче встретились совершенно случайно в Одессе на улице. Ну и после обычных расспросов, разговоров, как да что, я все-таки поняла, что Таня совершенно необычный, неординарный, неожиданный человек. И пригласила ее к нам в гости для того, чтобы насладиться ее голосом, ее пением, узнать, что нового. Ведь судьба, в общем-то, не так хорошо складывается, как хотелось бы, не так быстро всегда получается то, чего хочешь. Но помогает любовь к песне. С какого времени вообще вы играете на гитаре, поете? Я играю и пою с 14 лет. Но себя-то я помню поющей еще с 3 лет, когда мы жили на Кавказе. Меня мама немножко обучала этому искусству, вот, потому что род у нас поющий, и художники, и музыканты. Вот, у меня бабушка была прекрасная певица церковная, вот, она пела еще в Софийском соборе в Киеве. Вот,
И это где-то, видимо, передалось мне, это естественно. А я с гитарой работаю, пою, не работает, я уже говорю, работаю, пою с 14 лет, конечно же. Эту любовь, я даже не помню, кто мне привил, я к этому шла, видимо, все-таки. А может быть, это просто от Бога? Ай ты я велеби, ты я велеби, манди я гудуй, ай води води води, ай не не, ай доме. Ты я велеби, ты я велеби, манди я гудуй, ай води води води, ай не не, ай до ме взлита. Hey, Romale,
Медик хав тут лате калеяка. Лате яка сардуй барен рака. Кіньом лаке шукар лолоди кло. Леса отиньов муроило. Хей, ромале, хей, чавале, хей, ромале. Конечно, в сложных условиях мы сейчас находимся. Микрофоны встать нельзя, затанцевать нельзя. Вы в более выгодном положении. Пользуйтесь этим. Что-то грустно взять гитару и спеть песни. Или поехать лучше в табор, разогреть там пляской кровь. Там цыганки молодые будут петь, плясать всю ночь. И под шорохи степные отгоню тоску я прочь. Эй, хлямщик, гони кавтабор, да лошадей, брат, не шалей. Тройку ты запрягни пару, но гони, брат, веселей. Тройку ты запрягни пару, но гони, брат, веселей. Да снежной вьюгой все дороги заметет. Сяду в сани с милым другом, ямщик песни запоет. А когда приеду в табор, разожгут костры друзья, и под звонкие гитары будем петь мы до утра. Эй, хиямщик, гони кавтабор, да лошадей, брат, не жалей. Тройку ты запрягни в пару, но гони, брат, веселей. Тройку ты запрягни в пару, но гони, брат, веселей. Поговори хоть ты со мной, подруга, семиструнная вся душа. Тоской, а ночь такая лунная. Раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз. И еще много, много раз.
слушаешь и понимаешь, что ты находишься вне времени, вне пространства, а где-то там, где тишина, огонь, звезды и песни. Вот такая Татьяна Шмырина, которая живет в Одессе. Человек удивительно разносторонний, но во всем талантливый. И я обещаю вам, что мы еще встретимся. Всего доброго. To be so easy to give my heart away.
so easy. But I still got the blues.